Друзья, всех приветствую из солнечного Египта, Шарм-эль-Шейх, начало декабря. Сегодня я продолжаю свою небольшую серию о том, как зимой бюджетно отдохнуть в Египте, в частности в Шарм-эль-Шейхе. Мы говорим сегодня о отеле Шарм-Риф. Я здесь остановился, и я вам расскажу, куда возят, куда можно пойти. Кстати, вот заодно сразу показываю напротив Иль-Мерката, то есть расположение отеля довольно-таки интересное, потому что можно даже сразу выйти, и там уже будет масса ларьков, магазинов, ресторанчиков. Без очков никуда, солнце шкварит, разгар дня, очень жарко. Вот ресепшн, довольно все стандартно. На втором этаже есть бильярд. Друзья, я не туристический блогер, поэтому я постараюсь максимально сжато сделать материал, не растягивая, чтобы у вас было более полноценное представление о данном отельчике. Значит, район этот Хадаба называется. Я вам рекомендую рассматривать именно этот район в зимний период, подчеркиваю, так, чтобы получить побольше удовольствия от отдыха, и он был продуктивен. Друзья, стоит сказать, что территория у отеля есть, и даже на территории есть где погулять. Довольно большие бассейны, это вот эти вот. И есть еще один дальше по центру бар. Там вдалеке ресторан, в который я традиционно заходить не буду. Но фоточку приложу, да, кстати, с питанием, друзья. То есть вот, почему я езжу там в некоторые бюджетные тройки. Меня убивает там в пятерках, когда нужно стоять, не знаю, да, там по 20 минут с тарелкой. То есть здесь очень неплохое питание тоже. Я здесь не первый раз, поэтому я не леплю там отзывы с кондачка, знаете, там, ой, как хорошо. Нет, я здесь уже был, и вот я мясоед на самом деле, и вы голодными здесь не будете точно. В отеле есть аниматоры, это я сейчас как раз выбрал время, так, чтобы не бухкало, чтобы снять вам отзыв. То есть анимация работает здесь для желающих провести время в отеле. Тоже скучать не будете. Ну, есть люди, которые едут на море, но время почему-то проводят в отеле. Я так не делаю, но такие тоже имеются. Поэтому скучно вам не будет. Вечером возят те же аниматоры на дискотеки и в другие увеселительные места. Друзья, вечерком возят автобусы Сохо, можно записаться, развлекательный райончик такой, очень интересный, где есть погулять, как говорится, поужинать, отдохнуть, просто пройтись, много магазинов, ну и в целом такая отдыхательно-развлекательная зона. В баре есть закуски, то есть перекус между там обедом и ужином. Тоже, если хочется, можно подойти, там что-то есть. Я, честно говоря, не интересовался, но видел, что там есть. Но кормят довольно плотно. То есть есть и курица, и два там, и мясо, то есть два вида мяса, рыба. То есть вы голодными вот точно здесь не будете. Пробежимся по территории. Довольно-таки ухоженно. Вечером здесь мероприятия, анимацию проводят. Ну и днем тоже. Закуски, пицца. Можете перекусить. Друзья, вот вход в ресторан. Ну, в столовку, да, будем говорить так. Ладно, давайте я зайду, просто внешний вид сниму. Я там не буду бегать. То есть вот вы видите довольно большой зал. Уже все поели. По блюдам бегать не буду.
Друзья, номер сейчас я вам покажу, чтобы у вас было общее представление. Внешне вот такой вид, но на втором этаже, по моему ощущению, поскольку я менял номер, у них ремонты лучше. То есть они, по-моему, там делали ремонты более свежие. Сейчас я вам продемонстрирую номер. Значит, по номеру теперь. Вот у меня второй этаж, я его тоже поменял. Сначала первый дали. Ну, то есть, смотрите, для тройки очень даже неплохо. Я считаю, там с учетом того, что я покатался, все-таки повидал здесь в Египте. Телек, торшеры, то есть просторный номер и балкон громадный. Сейчас я вам продемонстрирую. Значит, что у нас? Сейф тоже есть стандартный. Здесь шкафы, рукомойник, туалет, да, ванны нету, но душевая. Такая довольно-таки большая душевая. Так все довольно чисто, прилично. Балкон продемонстрирую. Смотрите, каких размеров он. То есть вот балкон. Довольно большой. Далеко не во всех отелях есть таких размеров балконы. Причем это стандартный балкон. Как вы видите, это я вот встал к стенке сейчас. Размеры его довольно-таки приличные. Вот. То есть здесь и гости могут уместиться. И вам будет комфортно. Ну и вот второй этаж. Вид тоже на бассейн. Все прилично. Значит, дальше. Ездит автобус утром на пляж. Пляж находится рядом. Рифовый. Ну, условно говоря, рифовый. Дохлые там рифы. Просто я знаю, что такое рифы. Значит, отходит автобус 8:30. Сейчас я попытаюсь найти это. Да, вот. 8:30 первый автобус, а потом через каждый час. Да, там, от отеля. То есть лучше выходить пораньше, 8:30, и на Риф-Бич. Он здесь недалеко, ехать 4 минуты. Значит, друзья, я его покупал, этот тур, за $400, то есть это все вместе, и перелет, и питание. На мой взгляд, это очень-очень экономично все. То есть, оценивая, будем говорить так, весь комплекс, действительно, для зимнего периода это очень выгодная покупка, в плане того, что вы можете отдохнуть там сам, с подругой, с семьей, как угодно. И я еще раз хотел бы вам напомнить и повторить. Я знаю, что на Ютубе никого учить не нужно, это неблагодарное дело, но исходя там из моих массы поездок, там, которые более 10 и более 15, я бы так сказал, да, я, наверное, 16 раз тут, то я бы вам хотел вот рекомендовать, там, если там, я не говорю, этот отель берите, не этот, есть вот этот такой микрорайончик Хадаба, и вот здесь вот старайтесь выбирать, здесь у вас будет и выбор разных отелей, и разные пляжи тоже к вам на выбор. Вы можете на другой ездить, не закрепленный от отеля, на платный, если там будет шторм. Таким образом, вы проведете свой отдых, отпуск со 100% отдачей в плане моря. То есть то, что у вас море будет все время, это будет 100 пудов. Если вы не поленитесь и поедете, там, скажем, рядом на другой пляж, они все расположены рядом. То есть это на такси 2-3-4 минуты. То есть покупал я его, еще раз говорю, за 10 тысяч гривен, то есть 4, ну, 10 тысяч гривен, да, $400 получается. Что довольно бюджетно. Такая картина, друзья. Всем удачи, добра, пока.